Это уникальное место. Место уникально тем, что когда-то, в былые времена, когда еще была ферма, здесь ремонтировали трактора, комбайны и прочую сельскохозяйственную технику. Но с течением времени, с его неумолимым ходом, это все превратилось просто безжизненное место. Стены все пошарпаны, уничтожены временем. И я такой тут стою, веселый человечек. Вот, привидений, кстати, здесь нету. По крайней мере, до того момента, ну, точнее, с того момента, как я здесь последний раз был, их не было. Может быть, они появились уже. Никто не знает. Ой, у нас столько людей нету, сколько здесь дерьма. Вот честное слово, тут в каждой комнате нагадил человек. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, здесь есть действительно привидения, и вот они таким образом пытаются сказать, что для посетителей здесь место закрыто. Ну, если я сниму когда-нибудь еще один видос, значит, я не попал в их цепкие и мистические лапки. Вот, потому что я не знаю, какие там привидения, может быть, они там получеловек, полуживотные, полумедведь, там, я не знаю. О, вот эта вот очень светлая, красивая комнатка, она, ну, особо некрасивая, да, тут просто больше окон, чем в том, в предыдущем, где очень много дерьма. Там много дерьма, но нет окон. Здесь много окон, но нет дерьма. Замечательно. Ну, помимо меня, конечно. Я появился здесь, может быть, это как-то можно связать в логическую цепочку. Интересно, что это? А, это, дорогие товарищи, выключатель. Кто-нибудь выключите меня. Вот. Что тут еще интересного? Да, наверное, больше ничего интересного. Кстати, здесь, я извиняюсь, что такое плохое качество. А здесь в свое время, уже после того, как техника вся была раскрадена и уничтожена, все, что было раскрадено, то было еще уничтожено. Вот, после этого всего, еще в дополнение к этому, здесь начали складывать сено. И вот остатки от этого сена, потому что теперь уже даже сено здесь нельзя складывать, здесь уже все протекает нахрен. Извиняюсь. Вот, и как бы особо не предназначено это место, короче, уже теперь ни для чего. Кстати, там вот вдали, правда, да, тут из-за того, что у меня камера плохая, вот она, кстати, да, вот тут, вот, где-то ферма находится наша. Тут, кстати, коров не очень много, все они не очень хорошо выглядят. Короче, если бы сюда приехал президент Беларуси, он бы здесь, ему было бы чем тут заняться. Он бы нашел, к чему придраться, потому что тут придраться можно ко всему, просто ко всему. Работникам зарплату не выплачивают, а если выплачивают, то маленькую, ну, в принципе, как и везде. Вот, что тут еще интересного? Ну, наверное, ничего интереснее, кроме меня, быть не может. Вот такой вот я эгоцентричный, эгоистичный человек. Всем удачи!